Здравствуйте. Я рассказываю вам о первой лекции. Первая лекция по предмету информационной технологии в электроэнергетике, теплоэнергетике. В общем-то, тема связана с использованием компьютерных технологий и имеет достаточно большую специфику того, как можно использовать современные средства, современные технологии, какие существуют вообще определения того, какая терминология вводится в соответствующую тематику. В частности, дисциплина рассматриваемая называется информационные технологии в электроэнергетике. В принципе, материал этот может быть использован и как в дисциплине информационные технологии в теплоэнергетике. Соответственно, в лекции, в частности, описываются различные методы, различные программные средства для решения соответствующих задач, для решения соответствующей проблематики. В частности, имеет смысл остановиться на понятии моделирования, о том, что это метод исследования, соответственно, существующих предметов и явлений. И в частности, остановиться на понятии математического моделирования. Хотелось также отметить, что компьютерные модели предполагают три основные группы, в частности, по определению по характеру функционирования объектов, посредством моделирования и по типам математического моделирования. Внимание, естественно, будет уделяться как детерминированному, так и стохастическому характеру предполагаемого компьютерного моделирования. В лекции, в частности, отражаются и модели символьные, и модели на микроуровне, и модели на макроуровне. На мой взгляд, особое значение должно придаваться имитационному моделированию, которая заключается в создании модели имитатора разнообразных сложных процессов и систем. И, соответственно, кроме этого, значение имеет комбинированное моделирование, включающее здесь и аналитическое моделирование, имитационное моделирование и другие соответствующие моменты. Кроме лекции, предусмотрено еще и практическое задание, по соответственному моделированию одноканальной системы массового обслуживания, который, в принципе, может использоваться как в электроэнергетическом, так и в теплоэнергетическом варианте. Вкратце все по этому вопросу.